Всех приветствую на прохождение третьей части. Так, что мы в этой серии сегодня будем с вами делать? Давайте, наверное, мы сейчас с вами спустимся вниз. Как раз посмотрим, что у нас есть здесь лишнего, что мы сможем с вами продать. Так, по-моему, шкуры сможем продать, перья сможем продать. Так, письмо от незнакомца можно удалить. Это тоже, газету пока спрячем. Это нам не надо. Ошейник нам вроде не мешает. Древесину тоже положим. Так, ну, удочка нам тоже не надо. Приманка нам нужна. Думаю, пока мест нет. Так, еду мы потом выложим. Что это у нас? Древесина и металл. Так, ну древесина и металл, я думаю, тоже можно будет, в принципе, продать. Так, что у нас здесь? Так, древесина. Торговать. И что здесь мы можем продать? Вот это вот продать можем, и этот можем продать. Так, отлично. Все. Вроде все есть. Давай побежали. Сбегаем на ферму, покормим курей. Я просто не уверен по поводу работы. Нужно ли мне сюда каждый день прибегать? Так, что ты от меня что-то хочешь? Так, какую рыбу ты хотел бы съесть следующий, Генри? Вот куда? Белый пескарь. Вот что он сказал. Принесешь мне такую рыбу? А я тебя награжу. Конечно. По-любому, по-любому, по-любому. Так, это мы можем с тобой собрать, да? На, давай их покормим. Сложим сюда, отлично. И сложим вот сюда. Отлично, я думаю, как раз им на пару дней должно хватить. Так что побежали домой. Сейчас зайдем домой, сложим мясо. Холодильник. Так, белый пескарь. Только как мне вот это вот все? А я могу купить у тебя рыбку? Белый окунь, белый пескарь. Так, а, купить рыбку ведь я не могу, да? Окей, хорошо. Так, что я хотел? А, положить мясо в холодильник. Мясо, мясо, мясо. А что у меня тут лишнего есть? Давай, да, мы сделаем вот так. Это мы съесть все. Немножко поспим. И побежали к шахтам, сбегаем. Нужно добывать камень, и нужно будет улучшить нам с вами наш верстак до второго уровня. Так, бонжур. Так, черт, все без толку. Минутку, кто здесь? Прошу прощения. На это запретная зона. Простите, я пришел с миром, но кто же наложил запрет? Агентство? Я не видел их повесток. Так, нет, не агентство. Постойте, вы выглядите не так, как другие горожане. Вы не летаете в облаках. Так, и можете связно говорить, кто вы такой? Меня зовут мистер Выживальщик. Я строитель-любитель, скажем так. Так, я знаю, что это шахта, и хотел бы попасть внутрь. Я помогаю местной травнице, пришел собрать кое-какие ингредиенты. Понял, строитель, говоришь? Меня зовут Боб, и вот мое предложение, поучаствовать в дельце, которое пойдет нам на пользу. Так, отлив спускается на нижние уровни шахты. Звучит здорово, да? Но только эта рухлядь снова сломалась. Починить лифт? Я впущу тебя в шахту. Лифт, значит, посмотрим, что можно сделать. Так, хорошо. Так, если мы сработаемся, я стану чертовски дружелюбный. Что мне нужно? Металл 10 штучек. Хорошо, побежали домой. Побежали домой. Так, дом. Нужно будет металла 10 штучек. Не уверен, что у нас есть дома металл. Сейчас мы посмотрим.
Так, три штуки есть. Это у нас металл. Еще три штуки есть. Хорошо. Ага, вот и проверяющий. Твою ж. Так. Ой, открыть. Снять. Так, тихонечко. Накрыть. Да иди сюда. Накрыть. Все, идем. Идем, идем, мистер проверяющий. Так, аккуратно, ничем не выделяющийся дом. Но вроде мы должны пройти проверку. По идее. Вроде все нормально. Пока месь. Так, сейчас посмотрим, в конце у нас вердикт будет. Так, потребление воды. Среднее потребление воды в день. Это хорошо, да? То есть мне не нужно его превышать. Так, уровень подозрительности зависит от результатов всех посещений. Подозрительных при этом нет. Недостающих обязательных нет. Ну, в принципе, все. Мы с вами молодцы, справились. Это можно удалять. Это можно снимать. И продолжить дальше нашим ремеслом. Так, отлично. Сколько у меня? 6. Ну, ага, мало. Мало. Надо больше заказать. Так, сколько здесь? 2 металла. Здесь 1 металл. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Стеклом. Блин, ладно, пока мы по поводу стекла подождем. Вот это я не помню. Верстак второго уровня. Что мне нужно? Камень, древесина, металл. Ага, металла много надо будет. Хорошо. А на эту штуку, на ракету. Стекло 10. Угу, стекло нужно будет. Ладно, давайте пока мы прикорнем немножко. Пока мы ждем. Все, побежали к холодильнику. Съесть. Все, отлично. Побежали. Забрать. Разобрать. Все, отлично. Ровно 10 штучек. Побежали. Проверку мы с вами прошли. Проверку мы с вами прошли. Отлично. Давай металл. Так, починили. Вниз. Так, что такое хранилище? Ага, понял. Вниз. Не, вниз, пожалуйста. Так, нужно брать в руки биту. Так, взять. Отлично, камушек мы с вами взяли. Камушек взяли, а ты кто? Та ты шуля. Ага, а вот и крысиное мясо, да? Для собачки получается. Вот и крысиное мясо получается. Хорошо. Так, а ты кто? Пропуск на уровень шахты 1, окей. Так, побежали в лифт. Правильно, что это крысиное мясо.
Да? Крысятинка, отлично. Значит, мы сможем с вами забрать этот, как его, ножичек, да? Или что мы должны у собаки забрать? Для подстрижки овец, короче, нужно будет забрать ее. Слишком тяжелая, ага. Давай тогда сложим сюда, в хранилище. Придется пару раз туда-сюда побегать. Угу. Какие глыбы огромные. Взять. Так. Еще. Отлично. Давай посмотрим, что у нас тут наверху. Открыть. Угу, гранатка, железная руда, ля, ребят. Топливо. Взять все. Шикарно. Шикарно, что могу сказать. Давай в лифт. Вам нужно поспать, блин, вверх. Так, хранилище. Взять все. А, больше не помещается. Ну, побежали спать. Идемте, басечки. Так, спать. В принципе, жизнь налаживается, да? Так, нужно будет на работку зайти как раз. Посмотреть и выложить здесь все вещи наши. Так, почтальон пропал. Хорошо. Отлично. Мне, конечно, плохо, но ладно. Давай сложим пока вместе все сюда. Так, все лишнее. Блин, куда бы тебе еще сложить? А я не могу построить шкафчик. У меня металла, да, нету, и древесины. Угу. Давай, наверное, топливо мы с тобой сложим. Вот сюда. Камень тоже, наверное, пока мы сюда сложим. А там уже разберемся. Так, поднимаемся наверх, поднимаемся наверх. Угу, съесть. Здесь давай вздремнуть немножко. Все, побежали наверх. Побежали на ферму. Заберем у собаки мясо. То есть, ну, отдадим ей мясо крысиное и заберем ее ножницы, как раз, чтобы они у нас уже были. Чтобы мы потом не бегала. Мало ли, только эта штука гниет. Спокойно. Вот, держи. Нравится? Гав-гав. Отлично. Так, вот, держи, больше не теряйся. Я заберу эти ножницы. Отлично. Все, сработало. Хорошо. Можем теперь постричь коз. Ага, мне нужен металл, да? Так, с этим мы разберемся, с этим металлом. С этими козами. Давай, наверное, мы вернемся сначала вот сюда. Заберем все, что мы не забрали. Заберем, кажется, все, что мы не забрали, чтобы оно у нас здесь уже было. Так, взять. Взять. Отлично.
Отлично, хранилищем. Давай сюда положим все. Изю это тоже. Все, шикарно. Все, тут вроде больше ничего нету. Да, вроде ничего. Вниз можем? Ага, вернуться, да? Вернуться. Ладно. Давай вернемся. Надеюсь, что здесь обновляется постоянно. Так, что ты, дружище, поговоришь со мной? Так, вопрос о супере. Теперь прошу меня простить, у меня очень срочное дело в шахте. Так, дом Боба открыт. Хорошо. Ага, хранилище. Взять все. Один камушек мы так и не забрали. Ну ладно, потом его заберем, сбегаем. Давай домой. Интересно, мне эти камни нужно будет сейчас разбивать или нет? Да, разобрать нужно будет сейчас камни. Отлично. Угу, древесина 15. Хорошо, как бы так бы поступить? Давай, наверное, мы сложим камень вот сюда. Все, что у нас с вами есть. Так, зайдем в наш инвентарь и посмотрим. Гранатки. А куда мы не можем гранатку никуда поставить? Так, а ножницы? Ножницы тоже, да, не можем. Окей. Так, что я хотел? Я хотел вернуться за камнем. Ну, во-первых. А во-вторых, пойти постричь наших козочек. Так, взять все, отлично. Побежали домой. Точнее, на ферму. Нужно будет еще рыбу как-то ему поймать эту. Так, побежали, побежали, побежали. Как раз сейчас соберем еду. И для наших курочек, и для рабочих. Все, отлично. Иди-ка ты сюда. Так, открыть. Что у нас тут с едой хватает? Давай вас стричь. Отлично. Отлично. Готово. Стильно, модно, аккуратно. Уверен, теперь вам гораздо легче. Так, курочки вы мои. Идите сюда. Если у вас по нямань, что-то 10 штучек у вас есть нямань, да? Ну да, в принципе, мы вам ничего давать не будем. Побежали к деду. Так, привет, выживальщик. Как все прошло? Ножницы у меня, и собака не пострадала. Здорово. Ну, проверим, окупились ли твои труды. Сможешь добыть молоко и яйца? Надеюсь. Идем, побежали. Так, взять. Осмотреть. Так, собрать. Собрать, хорошо. Давай подоим. Так, а что случилось? Доить. А, все. А ты спишь, да? Доить, вот. Отлично, все, побежали. Сдадим нашу работу. Может, нам денежек заплатят. Вот и молоко, и яйца. Только посмотрите. Их правда дали мои животные? Нет, я. Так, да. Свеженький с нашей собственной фермы. Ну, точнее, фермы владеет из Старса, ну ты понял.
Отлично, спасибо за помощь. Может, я даже смогу пройти очередную инспекцию. С этого момента я буду платить за молоко и яйца, которые ты мне принесешь. Теперь это твоя работа. Тем более, вряд ли агентство собирается давать тебе деньги. Ферма открыта. Все шикарно. Вот возьми простые рецепты блюд из молока и яиц. Да, спасибо. Дел еще много. Приходи завтра, на сегодня ты уже достаточно поработал. Шикарно. Пошли домой. Пошли домой. Так, надо не забывать и про свое хозяйство, и про своих курочек. Что вы тут, зайчики мои голодные? На, типа, нямы эти мои хорошие. Так, давай яйца сюда. Пошли поспать немножко. Немножечко поспим с вами. Так, теперь давай посмотрим по поводу камня. Камень-то у нас с вами есть, да? Что мне еще нужно? Мне нужен металл и древесина. Металл 15. Если у нас здесь металл с вами... Так, железная руда. А я могу железную руду? Ага, металл плавить в печи. Хорошо, значит не могу. Тогда давай сделаем вот так. Камушек тоже вот сюда. Так, разобрать. Сейчас поразбираем весь камень. Изучим с вами книжку. Сыр, рыба на гриле и яичница. О, яичница, это мне нравится. Яичница мне нравится, отлично. Так, все хорошо. Теперь мне нужен металл. Металл я могу получить только... А, ну да, это ж почтальон у нас пропал. Я не могу получить. Ладно, ладно. У нас почтальон пропал, да. Мне нужно будет металл сейчас заказать и сбегать за древесиной. Но древесину-то я легко сейчас добуду в лесу. А вот по поводу грибов в этом шахте лифта. Так, яичница, что у нас тут с яичницей? Так. Яйцо. Отдай мне яйцо, пожалуйста. И что? Как мне тебя... А, вот как. Все. Я думаю, можно будет книжку прятать, правильно понимаю? И сколько ты мне восстанавливаешь, а неплохо восстанавливаешь. Ладно, хорошо. Так, иди-ка ты сюда. Иди-ка ты сюда. Давай пока мы сложим тебя сюда. Избегаем шахтом. Посмотрим. Где-то же грибы должны быть. Правильно? А, стой, 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 стой. А как мне на уровень 2 попасть? Угу, а уровень 2? Уровень 2, как мне попасть? У меня только зеленый есть. Так, погоди. Нам же как-то на второй уровень надо попасть. Возможно, нужно выполнять какие-то задания, да? Правильно я понимаю? Или нет?
По-моему, на втором уровне у нас грибы должны быть, потому что здесь грибов я вообще не вижу. Вот вы видите здесь грибы? Нет. Я их тоже не вижу. Ладно. Так, дом. Угу. Синяя карта, синяя карта. Но грибов я тут не вижу. Наверное, на втором уровне где-то будут. Тут же ж ничего нету. Нет, здесь ничего нету. Ладно, давай вниз. Давай вниз. Давай откроем. Давай сюда. Так, все, до побочни. Угу, пусто. Ладно, давай тогда наверх. В принципе, если не хочешь, то не хочешь. Значит, будем искать синюю карту. Только где ее искать, если бы мне кто-то сказал бы, было вообще шикарно. Почтальона у нас нету, он пропал, мы скупиться не можем, чтобы металла добыть себе. Так, бонжур. Надо собирать, надо собирать, надо будет по полю еще потом проходиться. Так, ну я думаю, так нормально, собрать. Ага, тебя еще доить не можем, да? Так, торговать. Продать ему ишки, и на тебе вот эту вот штуку, и на тебе вот эту вот штуку. Торговать, купить. Ля, мы козу можем потом у него купить. Прикольно, семена пшеницы, то есть мы можем дома, да, посадить будет семена пшеницы у себя. Давай, наверное, на всякий пожарный мы купим у него одну штуку. Так, что такое? Козлы опять что-то уничтожили. Нет, гораздо хуже, он исчез. Угу, будем сейчас козу искать, да? Так, давай посмотрим. Так, давай смотримся. Ладно, может я пойму, в чем дело. Осмотреться, в чем дело. Открыть. Так, осмотреть. Так, волчьи следы. То есть мы сейчас будем бежать с вами искать козу, правильно я понимаю? А, погоди, рассказать, что случилось с животным. Давай расскажем. А, пока нет, простите. Понял, понял, ну побежали-то. Раз так, то давай побежали. Только в какую сторону бежать? Здесь у нас 4 пути, по-моему, да, или 3. Так. Давай соберем на всякий пожарный. И мы спать хотим. Блин, так быстро у нас этот... Энергия тратится, что просто забей. Так, погоди, может сюда? Или там мы к озеру выйдем? Ага. До побачення. Нам сейчас надо будет домой возвращаться. Потому что энергия быстро стратится. Так, хорошо.
И куда нам дальше? По-моему, мы здесь уже были, да? Или нет? Так, пшеничное поле. Честно, я без понятия, где оно у нас находится. Ну да. Это что такое? Скоро открываемся. Ага. Открытие уже скоро. Хорошо. Здесь ничего нету. Здесь ничего нету. Ладно, побежали. Нам баньки надо, пора. А потом вернемся с тобой. Потом побегаем, поищем, что здесь все-таки произошло. Так. Надо обстремнуть. Хорошо. Мы, возможно, мы сможем сейчас с вами заказать металла. Два. Хорошо. Намного, по-моему, там надо, да? Давай на 54 закажем. Отлично. Что по поводу еды? Угу, маловастенько всего. Тогда давай, наверное, в лес. Пособираем с вами ягодки, сделаем смузи. Ну, чтобы хватило на пару дней. А потом разберемся с семенами и со всем остальным. Так, отлично. Сейчас соберем везде ягоды. Так, это потом мы воспользуемся, конечно. Ага, вот еще где. Ну, бери. Давай на тропинку. Знаю, возможно, сейчас вам еще не видно, аж темнота, но нужно это сейчас сделать, чтобы на утром было что понямать. Так, ну здесь мы ничего не сможем собрать, к сожалению. Так, взять. Взять. Да-да-да, вам нужно поспать, вот это я помню. Это я помню. А как отсюда выйти? Где тут быстрый выход? Домой, 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 в кроватку. Спать. Все, шикарно, как раз к нам и металл наш пришел. А потом как раз сходим за древесиной и попробуем улучшить наш этот верстак. Возможно, там что-то новенькое будет у нас. Так, пошли приготовим. Смузи, смузи, смузи. Давай 4 штучки. Так, съесть, отлично. Съесть все, отлично. Идем покормим наших курочек, заберем яичишки. Отлично, заберем, пойдем железо. Так, газета. Так, почтальон, пропажа места почтальона. Полиция уведомляет, что вчера началось расследование по поводу мистера почтальона. Хорошо. Угу. Окей, давай иди сюда. Давай разбирать.
Это нам не надо, это мы разбираем. Надеюсь, нам металла хватит с вами. В любом случае, надо бы сначала верстак улучшить. Нам будет верстак улучшить, а потом уже все остальное. Все отлично. Камушек 15, да, надо еще будет. Камушек, древесина у меня сколько? 5 штучек. То есть надо будет сейчас еще 2 древесины собрать. Хорошо, побежали, соберем. Так что, давай книгу уберем пока вместе. Надо будет потом перенести это все. Не забыть. Сделать так, сделать так. Блин, монеток мало. Ладно, побежим. Не, стой. Давай мы вздремнем. Потом понямаем и пойдем соберем дерево. Так, готовка. 4 яичницы сделаем. Так, набрали водички, хорошо. Смузи, яичница. Так, водичка. Водичка, наверное, по сюда идет. Она нам пригодится. Плюс еще и сено пусть полежит. Так, ага, и камушек. Это тоже нам не надо. Ключик, наверное, надо все-таки. Так, не, давай в лес. За древесиной. Нужно по факту 2 бревна взять. Как раз нам хватит этого взять. Отлично. Где еще тут? Мистер Бревно. Ну и ягодки тоже соберем. Смузи вкусные, смузи мы любим. Так, давай уровень 2. Ягодки. И древесина, которую здесь я не вижу. Блин, надо всего лишь 2 дерева. О, взять. Можем? Отлично, а тебя? Спасибо, можем, хорошо. Все, пошли домой. Пошли домой. Так, это мы берем. Вам нужно поспать. Да, это я в курсе, что мне нужно поспать. Так, а я успею еще схватить или нет? А тебя? Все. Только не теряй сознание. Быстро-быстро на боковую. Давай, эту мамка заругает. Мы не спим с тобой. Шикарно. Давай сейчас разберем дерево. И улучшим наш верстак. И попробуем как раз остатки закинуть в эту всю ракету. Посмотрим, чего там надо будет. Интересно, если я сбитой буду бегать, на меня сильно будет внимание обращать. Так, беги сюда.
Что там? Ты устаешь, да, от работы? Ну, я понимаю, что работа и кони дохнут, но что поделаешь. Так, давай еще создадим смузи. Положим холодильничек на утром. Так, давай забирать теперь. Взять все. И давай улучшать, создать. Создать. Надо будет еще шкафчик сейчас один создать, чтобы снизу все слаживать, все ненужное. Так, отлично, кухонный ящик. Что тут, холодильник можем делать, да? Печка. Плавит некоторые материалы. Камень. Ага. Кофемашинка, сушилка. Лампа. Парогенератор. На древесине работает. Ага, прикольно. А вот верстак третьего уровня. Хорошо, кладка. Фитолампа. Улучшает освещение подземных растений. Блин, надо будет этим всем заняться. Да, ребята? Ребятулечки, надо будет реально заняться. О, рюкзак, ткань. Давай создадим. Помогает принести больше вещей. Ну это ж хорошо. Все, создали. А что не так? Почему не могу? А, я спадки хочу. Взять, во. То есть, если я уберу, а давай смотри, если я убрал, 70 и 100, 140, да? То есть могу теперь 140 килограмм, на 40 кг больше, хорошо. Ну, в принципе, неплохо. Так, что мне нужно? Что мне нужно? Простая ловушка нам понадобится. Да, наверное, но не сейчас. Шкафчик. Металл. У меня металла нету. Зато печка есть. Хорошо. Дай посмотреть. Так, стекло, камень 50. Это, то есть мне нужно будет сюда, да, вот так положить тебя? Давайте, наверное, мы ракетой займемся с вами гораздо позже. Правильно я понимаю, что нам, в принципе, оно не к спеху. Нужно сначала здесь выжить. Так что нужно будет печку построить. Так, где наша печка? Вот наша печка, создать. А чё ты? Чё-то не то нажал. Будет создать печечку. А что ты спать-таки хочешь? А ну? А это цыпленок у нас появился, ребят. Вы видели? Взять. Давай цыпленка сюда посадим. Ля, у нас цыпленок есть. Вот это я понимаю, это хорошо. Дом достала библиотеки. Так, куда мы печку с тобой поставим? Давай, наверное, куда-то вот сюда. Возле цыпы. Так, расплавить. Что мы можем плавить? А где наш металл? Камень. А ну. Мы не можем, да, плавить?
А мы же вроде брали с вами слитки этого металла, либо не, либо меня глюкнуло. Угу, а здесь? Вот, да, слитки железа, иди сюда. Расплавить, все, пошло. Вроде плавится неплохо. Давай пока весь камень разберем, да? Вам нужно поспать, да? Сейчас посплю, погоди. Блин, как же быстро все-таки день прошел. Я даже не успеваю ничего делать. Да, хорошо. Хорошо, хорошо. Строим дальше. Так, давай. Ну, давай. Спасибо. Так, камень разобрать. И надо будет понямать. Давай съесть. Съесть, хорошо. У меня есть две ножки. Что мы из ножек можем сделать с вами? Так, жареная курочка. Нужно 4 ножки, а у нас с вами 2. Окей, значит, пока ничего не можем. Хорошо. Так, это у нас ткань. Сюда, камень тоже сюда. Ты кто у нас? Древесина тоже сюда. Так, бомбочка нам пока не нужна. Это нам тоже, в принципе, пока не нужно, правильно? Зюита. А куда мы Зюита с вами денем? Кто мне скажет? Так, заправить. А, мне нужна древесина. Ага, понял. А я-то думаю, что такое? А сейчас? О, пошло дело. Получается один металл, да? Одна древесина. Так, что мне нужно еще? Что я хотел? Вы не помните? Сделать, наверное, как-то это все поприятнее, да? Переделать, наверное, наше помещение и посмотреть по поводу семян. Чтобы что-то вырастить. Что у нас с вами есть? Пшеница, кукуруза. Угу, семена огурца. Свекла одна штука. Хорошо. Ну давай хотя бы свеклу посадим. Ну, либо свеклу. Свеклу или свеклу? Напиши мне в комментариях. Как говорится, лук либо цибулька. Так, давай сюда. Зё, это, наверное, пусть при нас оно остается. Зё, это пусть при нас остается. Хорошо. Давай, наверное, мы. Стой, 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 стой. Собрать. Отлично. Пошли поготовим. Сделаем яичницу. Потому что нам нужно кушать будет. Избегаем сейчас на шахту, посмотрим. Мало ли, может. Там камень еще добавили, либо железо. Все отлично. Ладно, пока мест трогать не будем. Давай, пока мест там плавится. Сбегаем сюда, посмотрим. Обновилась ли у нас с вами шахта? Шахта у нас с вами не обновилась. А почему? А если бы я только знал. Значит, нам нужна будет карточка второго уровня. Где мне ее добыть?
Где мне ее добыть? Без понятия. Ладно, бегим домой. Бегим домой. Так, ты кто? Что я тебе могу купить? Вот, торговая. А, мне надо... Мне надо продать, я ему понял. А семена я тебе могу купить какие-то? Так, где мне семена? Семена, ты кто вообще? Капустные семена. Хорошо. Давай побежали на ферму. Попробуем собрать у него яичишки и молоко. Заработать и заказать себе семян еще побольше. Так, собрать. Давай доить. А, я не могу тебя доить, все? Ты не хочешь? Он проснулся и не хочет, я понял. Да-да, побежали к деду. Дед, а давай с тобой поторгуем, давай. На тебе ячишки, на тебе вот это вот. И дай мне денежек. 31. Хорошо, есть. Вот она, все. С козой мы потом твои разберемся, честно говоря. Но пока мы сейчас не до нее. Так что побежали домой. О, здорово. Забрать все. Шикарно. Побежали, посадим капусту. Мало ли пригодится. Так. Хорошо. Здесь мне придется включить. Хорошо. Я сказал включить. Ну, ты включить не хочешь? Посадить, полить, полить, полить. Все, пусть себе спокойно растет. Курочки наши тоже спокойно все растут. Угу, сушилка, лестница, лампа. Работает на древесине. Получить. Так, осмотреть. О, у нас 5 металла с вами есть. Шикарно. Только что это нам дает? А ровным счетом ничего, да? Из того, что нам нужно. А что нам вообще нужно? Мне нужно как минимум шкафчик. Так, шкафчик. Фитолампа. Ну, давай посмотрим. По-моему, пластик и стекло у нас был, да? Так, ты кто? Камень, камень, камень. Ага, нет у нас. Так, приманка для редких животных. Ага, это мне нравится. Тогда нужно сделать, по-моему, обычную приманку. Где-то мы должны можем ее сделать. Вот ловушка. Давай две ловушки создадим. Так, пошли спать и пошли установим ловушки. На утро сейчас установим ловушку. И как раз к нам придет проверяющий, да, по-моему? Не знаю, может на ловушку что-то попадется. Там, конечно, капкан на медведя еще был, но где у нас медведь находится, нужно будет разбираться. Ага, почтальон пропал. Ну и... Да, конечно. Так, пошли в лес, ставят ловушки. Так, куда бы его поставить бы так? Давай возьмем древесину. Взять.
отлично. А где ловушку поставить? Давай тут попробуем, недалеко от кассы, как говорится, не отходя от кассы далеко. Не ловушка. Давай раз. И давай два вот сюда. Опа. А сюда обычную приманку. Оп, ушли. Все, побежали домой. Завтра с утра вернемся, посмотрим, что туда попадется. И стоит ли оно, кажется, того. Так, я думаю, в принципе, на этом можем серию с вами закончить. Я думаю, мы молодцы, мы с многим справились. Ага, еще рано востенько, да? С многим мы справились. В принципе, нормально выживание идет. Нужно будет разобраться с металлами и со всем остальным, где его добывать, и пропуски тоже найти. И думаю, будет, в принципе, у нас с вашим героем все хорошо. Так, давай покормим наших курочек. О, они как раз немного едят, это отлично. Так что все, я сейчас, наверное, переделаю наше убежище. Может, отдельно сделаю курятник для наших курочек. Помещение какое-нибудь красивое. Посмотрим, может, что-нибудь попродаю. А что попродаю, пока есть без понятия. Возможно, как вариант, попродаю почву, когда я буду здесь выкапывать. Ну, то есть строить. Возможно, нет. Ладно, разберемся. Все, в следующей серии посмотрим. Может, что-нибудь мы построим. Либо пойдем поищем этот, как его... Нашу козу, которую мы потеряли. Полка. Идеально подходит для вещей в бункере. Угу. Книга. Пустить на материалы. Хорошо, отлично. Так, сушилка. Приготовится для сушки фруктов и овощей. Металл. Электроника. Я не знаю, где мне электронику брать. Если честно. Электронику я не знаю, где брать, если честно. То есть мне нужно... А ну да, почтальон. Аж нету, почтальон пропал. Почтальон пропал, и это очень плохо. Ладно, все. Всем мур-мур. Пока-пока. И до потом, ребят. В следующей серии уже, как говорится, будет следующая серия. Так что там уже и услышимся.